Пчелочки мои, всем привет, с вами, как всегда, я, Сквирти, и сегодня мы с вами трейдим МФР Ламу. Поехали. Итак, пока мы бежим к донатерам, я хочу вам, знаете, что сказать? Я хочу вам сразу же сказать список, на что я хочу поменять МФР Ламочку. Ну и, конечно же, показать вам ее. Посмотрите на это чудо. Посмотрите, какая она прекрасная. Захотела в школу. Умничка, умничка. Любит учиться. Классная, очень классная ламка. Мы ее с вами могли получить из фермерских яичек. А сейчас, естественно, фермерское яйцо можно получить только в трейде, ламу можно получить только в трейде. И что я, собственно, хочу за эту ламу, спросите вы меня. А я вам, конечно же, отвечу. Я хочу за него бетика, я хочу жирафа, я хочу, это все через запятую, конечно же, я хочу два фроста, возможно, НФР черепаху с добавками, я хочу, ну сейчас посмотрим, что еще будут предлагать. Мы сегодня с вами будем смотреть, что за нее будут предлагать. Если будет хорошее предложение, типа бета или еще что-то, типа, она у нас начала пахнуть, ребята, она начала у нас пахнуть, срочно-срочно бежим. Срочно бежим ее лечить, потому что никто не любит вонючих питомчиков. Не вонючих питомчиков, а питомцев, которые воняют. Итак, мы, конечно же, сейчас вылечим ее. Окей, благодарю. Теперь бежим к донатерам. Я думаю, на нее можно сразу же сесть на райд. И, о май гад, лама крошиха. Я когда искал для превью картинки, я столько лам пересмотрел. Я так хочу ламу теперь. Я очень хочу ламу завести. Вот когда я буду жить в доме, я себе, наверное, заведу ламу. Итак, вот мы прибежали сюда, донатеры. Здравствуйте, здравствуйте. Ну, сейчас, конечно же, они начнут ко мне подбегать из-за того, что у меня звездочка, но я жду от вас предложений, на самом деле. Ой, у меня трейды выключены. Все, трейды включили. Ждем. Ну и, конечно же, сейчас будем с вами пользоваться супер трюками, которые есть у ламы. Я, кстати, даже ни разу не смотрел, какие там трюки. Давайте Dance 1 пока нажмем. Итак, Pro 09 год 1. Хочет что-то мне предложить? Давайте, конечно же, посмотрим, что он сейчас может предложить. Возможно, он окажется, конечно, Гленом Кобяков. Да, это Глен Кобяков. Здравствуйте. Здравствуйте, Глен Кобяков. Очень плохое предложение. Очень? Нет? Нет? Отказ. Деклайнер. Ой. Слушайте, а вот это, по-моему, это вообще какая-то олдовая игрушка. Christmas Cat Rattle. Это вообще какая-то олдовая, по-моему. Это 100% олдовая. И это тоже олдовая. Вот это вот олдовая, это, по-моему, игрушка вообще, которая была что-то в начале Adopt Me. В самом-самом начале Adopt Me она была. Так, Decline. Кокос занял 56. Сквирти, привет, моя пчелочка пишет. Сейчас, конечно же, я ей дам какой-нибудь подарок. Ну нет, НФР Альбина Бет, это очень мало. Это очень-очень мало. Нет, не могу на такое согласиться. Извините, пожалуйста, не могу. Нажимаю Decline. Пчелочки мои, я надеюсь, вы сейчас, как всегда, по нашей старой-старой традиции, кушаете, конечно же, кушаете. Потому что под мои видосики еда усиливается во вкусе в 10 раз. В 10 раз усиливается еда во вкусе, представляете? Обязательно проверьте, отпишитесь в комментариях. Также напоминаю вам, если вы хотите со мной поиграть, то просто в Роблоксе нажимайте на кнопочку Follow. И когда я захожу... Я вот вчера, кстати, заходил в Murder Mystery 2 и немножечко поиграл там. Вообще ничего не понимаю, что там делать. Вообще ничего не понимаю. Но мне ребята надарили каких-то ножей, каких-то пистолетов. Я вообще без понятия, что там ценное, еще не ценное, не знаю. Нет, очень маленький трейд, не могу на такой согласиться, извините. Продолжаем дальше смотреть, что еще могут предложить. Опять кокос занял, хочет мне что-то предложить. Давайте посмотрим. Кликайте на кнопочку follow, и когда я в игре, нажимаете join game и играете вместе со мной. Мы с вами очень весело играем. Вот в Murder Mystery вообще было весело. Я вообще не понимал, что там делать надо. Все, нет, это очень маленький трейд, извини. Отклоняем, смотрим следующий трейд. Кстати говоря, если вы смотрите меня с телефона, посмотрите, я начал выкладывать интересные истории с трейдами. И обязательно посмотрите, там такой классненький монтаж. Там, короче, скопление трейдов в одном маленьком 15-секундном видосике. То есть, если я трейжу, например, МФР Зомби Буффало, там просто нарезка вот этих трейдов. Посмотрите историю, если вам понравится, я могу на регулярной основе такое выкладывать. Итак, очень маленький трейд, извини, нет, конечно. Какой МФР Цербер? МФР Цербер — это очень мало, это МФР Кицуня. То есть, это вообще ни о чем. Я не знаю, как для вас,
вас, но лично для меня питомчики за робуксы вообще бесценны. То есть они не ценятся. Не в том смысле, что они очень дорогие, что они аж бесценны. Нет, они просто не ценятся для меня. И NFR Cerber, он, как я и говорил, остался. Остался у нас после Хэллоуина. Вот он у нас есть, можно сейчас купить. Это не ценно. Это не ценно. Ценность заключается в том, что этого питомца нельзя получить. Пчелочка моя, здравствуйте. Нате, принимайте трейд, я вам сейчас подарю что-нибудь. О, это две пчелы! Я сегодня разорюсь на подарки. На тебе. Пандочку, держи. Ценность питомцев заключается в том, что их нельзя достать, и в том, что они, например, прокачаны. Вот в этом и есть ценность для меня конкретно. Принимай трейд. Айвики Уну, поздравляю тебя, ты попала в видосик, камон! Поздравляю тебя! Соглашайся, пожалуйста, держите Айвики Уну. И вот еще одна моя пчелочка, сейчас сразу же ей тоже дам подарочек. Чё-то адоптами намудрили с трейдами. Во-первых, они фейлятся. Во-вторых, они вот так долго висят. Я порой жду вообще по 15 минут, когда там закончится. Так, что-то тут вообще очень много пчелок, мне кажется. Давайте еще раз трейд предложим. Мария Булатова точно 100% пчелка, потому что такой ник не просто так. Держи. Не надо мне. Не. Я же тебе подарок даю. Это подарок. Держи, солнышко, забирай. Райт панду. Фулочка, между прочим, она мне дает чуть-чуть трейн. Спасибо тебе большое. Спасибо. Но не надо. Мне подарочков от вас совсем-совсем не надо. Конфирм. Отличненько. Давай, принимай. И мы, конечно же, продолжаем смотреть, что нам будут предлагать далее за меганеоновую ламу. А почему вы спросите именно меганеоновая лама? Да потому что я в своем сообществе выложил пост. Кого вы хотите больше всего? Меганеоновую ламу или же... Никита Банан, хочешь мне что-то предложить за меганеоновую ламу? Давайте посмотрим. Или же МФР Альбина Бета. Да, и вы все проголосовали именно за МФР Ламу. Ну, мне пришлось снимать МФР Ламу, держите. Трейды по заявочкам. Нет, маленький трейд, извини, пожалуйста, не могу. Я начинаю сейчас писать в чат трейдинг Мега ФР Лама. Давайте посмотрим, что, какие мне сейчас питомцы мне предложат сейчас, каких мне питомчиков сейчас предложат. Давайте ESB ник. Так, Фростик. Еще один Фростик будет? Я бы на два Фростика согласился, так сказать. Не, я не согласен. Нет. И я бы хотел бета. Тут здесь кто-то бегал с бетом, по-моему. Да, это моя пчела, это будет не совсем, конечно, правильно, если я с ней затрейжусь на МФР ламу за бета. Это будет не совсем правильно. Давайте еще поспамим, посмотрим, что еще могут предложить. Отойдем немножечко в сторону, ребятки. Напоминаю вам, обязательно отходите в сторону, чтобы вас было видно, потому что в этой куче нифига никого не видно. Возможно, вот эти вот вещи, они ценные, но я без понятия. Неон скейт, черный скутер. Сейчас вы, наверное, начнете писать в комментариях, что это дичайшие, просто ценные вещи, но я об этом не знаю. Извините, я не знаю, насколько они ценные, поэтому я отклоню этот трейд, очень маленький для меня. Извиняюсь, конечно, но это маленький трейд. Здесь я вижу, вот какой-то китаец есть, подождите, здесь какой-то... Вот этот китаец, стой. Стой. Я тебе сейчас предложу МФР ламу. Ты хочешь за бета? За бета, ГГ Сепка. Хочешь ты МФР ламу? Не хочет, ладненько. А здесь есть еще кто-то. Вот девочка на бете. Трейдинг. В целом, это хороший трейд. В целом. Так, подождите, вот. Айвику Уну. Хочешь за МФР бета? За МФР... Ой, господи! МФР лама за ФР бета. Ты согласна? Нажимай на галочку первую. Пожалуйста. Нажимай на галочку, я тогда тоже нажму. Давай, да нажимай, давай. Ай-яй, Вики Уну, давай соглашайся, пожалуйста, давай. Давай. Она даже в чат ничего не пишет. Нет, она не хочет, она пишет, она не хочет. Ну, как хочете. ESB Ник опять что-то хочет мне предложить. Давайте посмотрим, что же он мне сейчас предложит за МФР Ламу. Так, он сам бета предлагает. Камон, давай, я согласен, конечно. Если он сейчас бета уберет, то до свиданица. Не убирай, пожалуйста, бета. Он не убирает бета. Ё-моё. Давай, ладно.
Согласен. На такой трейдик я согласен, окей, окей, окей. Ну что, ребятки, нажимаем на согласен, на конфирм. Я хочу бет, окей. Окей, нажимаем на конфирм. Все, у нас трейд проходит, ребятки. Бет — это пушка. Бет — это пушка. Обязательно запишите себе в розовый блокнот, что бет — это очень хорошо. Это очень хорошо. Да тем более гости крайт. Ну в целом, мне кажется, это норм. Мне кажется, это норм. Если вы не согласны с этим трейдом, обязательно отпишитесь в комментариях. Давайте. Сейчас посмотрим, как наш бетик выглядит прекрасно. Кстати, трейды сейчас проходят или не проходят? Проходят трейды. Вот мой бетик. Отлично. Все, деклайнер. Где мой бет? Вот. Пуся, здравствуйте. У меня теперь есть Пуся. Ура! Классно. Очень хороший трейд был. Так, ну-ка, полетаем на нем. Все прекрасно. Это просто пушечка. Огромное спасибо человечку, который со мной затрейдился. Я надеюсь, он тоже рад. Где ты? Мегненовая лама, где ты бегаешь? Вот он. Вот он стоит. Уа-уа-уа. Это, походу, даже пчела, что ли? Я даже не в курсе был, что это пчела. Камон! Пчелочки мои, обязательно кликайте вот на эти вот видосики. Они очень интересные, очень познавательные, развлекательные и такие же заряженные позитивом и эмоциями, как и этот видос. Обязательно кликайте на лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик, потому что это очень-очень важно. Всем хорошего настроения, нас скоро с вами 200к. Всем удачи и всем пока-пока!